Дорогие ребята, приглашаю вас со мной возвращаться в 1744 год. В этом году София приехала в Россию. Ей было 14 лет, когда она начала изучать русский язык. Какая София, вы спрашиваете? София фон Сербс-Анхальт, старая царица Великой России. Екатерина II, Екатерина Великая, наверное, всем известна. Она не только выучила русский язык. Таким образом, стал этот язык ее вторым родным языком. Она и приняла православную веру своего нового народа. И София стала Екатериной Алексеевной. Вам, дорогие ребята, не предстоит менять родину, веру и имя. Но я считаю, важно для вашего развития и благополучия изучение иностранных языков. Для этого рекомендую заниматься одним из самых богатых и красивых языков русским языком. Желаю удачи!